Все, закуп никто не забудьте, скидываем лут, идем налево сразу. Авик выехал с арбалетами, целится осторожно. Джойстики не тратим. Да нет, мне право кажется, они еще просто арку, смогут. арку. Через лево проходим, через... Ах, хотя нет, нет, дальше, дальше, вот через эту арку, да, через эту арку проходим вот сюда. Ну, ясен хер. Ну, не по лестнице попадать. Сзади кава, ребят. Ну проходите быстрее. Ну и вы знаете, что делать. Захар, приготовься к заезду, будь рядом с пехами, я буду вдали от пехов. С пехами будь, с пехами будь. Минус арп, минус арп. Кава сзади, осторожно, кава сзади. Кава. Осторожно, осторожно. Тихо-тихо, сейфови. Не умираем, не умираем. Добиваем последний. Захар, щит на себя закупаешь, пехи дом закуп. Шпиц нужен, там. Налево опять, налево, налево, налево снова. Хорошо отыграли. Пока уцелится, осторожно. Не, в щит попали мне. В щит попали мне. Справа тоже одна. Ага. Направо идем или нам постоять пока? Ждите здесь, ждите флага, вы что? Они справа, что ли, не жар? Проходите налево, налево проходите. Одни там на лестнице стоят, ждут. Сейчас флагом будут отходить. Кони, да? Блять, это плохо. Проходите налево, не вставайте на флаги, надо рашить этот балкон. А, они вас принимать готовятся. Захар, опять ты с пехами, я отдельно. Покони. Ёпт. Кава сзади осторожно. У нас нет кавы, ребят, у нас нет кавы. Кава сзади заезжает. Я очень тупо умер в начале, был пиздец. Да. Заруинил я славно, конечно, ладно. Закуп как в прошлый раз делаем, как в первом раунде делаем. С щитами совсем. Снайп выжить попытайся. Ладно, похуй, похуй, похуй. Может, прямо по лестнице пойдем? Нет, направо через туннель, на их лес. Ну, а тоже норм. Прям не стойте в туннеле, а сразу проходите туда и занимайте, ну, вот рынок. Чтобы вы, если что, смогли метать на открытом пространстве. Захар, нам надо с ними ехать. Потому что нас могут отрезать. И прям тут. Блять, да там налево, налево, назад отойдите и налево поднимитесь наверх, Захар, уезжаем.
идем к нашему респу, занимаем флаги. Только с Ифови не умрите, чтобы вам спину не стреляли. Карте дротиков нет? Нет. У нас нет стрелков, поэтому разойдитесь так, чтобы по ним сейчас метать. В углах домов встаньте и так далее. Проходите на них, не стойте на флагах. Не стойте на флагах, проходите на них. Сзади. Убил арба. Кава, осторожно. Кава, ребят, едет. Вот сука. Денис, лучника возьми. Один. Налево идем. Ребята, у кого-то копье, есть. Сейчас сзади Кава типа ездит. Апостол, если что, со следующего раунда покупай щит лучник, не бесплатный. Кава говорит. Идем направо. Проходи налево. Лучника защищайте, у него щита нет. Проводите его до позиции. Арп, они на балконе? Слева ходят от позиции. В лука наш. Пехи, сейчас можете не проходить, просто займите позицию удобную для того, чтобы по ним метать. Захар, будь с пехами. Кто там к лестнице подошел? Сейчас снимут. У нас лучника нет, надо нападать. На тебя все пошли, ребят. Блин. Метайте в них, ребят. Рашим, рашим, ребят, рашим. Этот раунд уже нельзя отдавать, все. Арбанда занять на балконе, ребят. Держу арба. Три на два. Надо на флаги идти. Три на один. Олег, займи флаги. Ай. Это арп, арп. Иди на него, Олег. Хорош. Щит лучше купить этим Кави. Так, я щит возьму тогда. Возьмите лучше щит, да, вот. Снова налево, снова налево. Да, есть снайп. Где ты? На. Апостол тоже бери. Кава бронированная. Вернитесь на наш респ. Ну, я как знал, что блять только сказал. Денис, займи позицию для стрельбы, пехи, займите флаги пока что. Скорее всего, пойду через тоннель опять. Сейчас сзади Кава будет ехать. Она уже едет сзади. Сзади еду. Мы шли. Слева, слева, Кава, слева, оттуда, откуда мы пришли. Арбу можете пометать.
с центра хотят ехать, но не едут. Кто один пех прошел? Осторожно, пехи рашьте пехи. Кого? Мусля. Кава сзади заезжает, аккуратненько. Блять! 2-2, ребят, Кава. Блять. Нет, я так заруинил эту пистолет. Что-то их на одного больше. Бать, ты живучий. А он тебя тоже несколько раз так хорошо. Ладно, это чисто я. Чисто моя руинка сейчас была, пиздец. Это прям пиздец был. Ладно, за свада все немного иначе. Кава остается той же. Скинем два мяча. Один пойдет Денису, второй пойдет снайпу. Снайп, да. Хотя нет, в пизду. Ты сейчас на пехе охуенно стоишь. Захар, садись лучше ты на арба. Слышь, Захар? Чел на каву. Может, Эльзу? Не, Эльза на пехе нужен. На Олег на пехе хорошо отыграл. На в одном раунде ты на эту каву спешил. Красиво. Ты что-то знаешь. Нам надо два арба здесь, две кавы, четыре пеха, и я думаю, что тут Олег справится. Олег, если вот прям будет плохо с тыканием, ты просто вот прям конем въезжай в них, чтобы вот сбить с ног конкретно, и все. Прям в кучу въезжай. На копе тут. Окей, без проблем. Ты гнди. Я, короче, жопу не заблочу. Тактика двух пальцев не прошла. Интересно, у европейцев есть такое слово, как ты гнди? И это только русский. Бог. Серьезно, у них учебник пинг на 800. Нормально, пацан, 800. Кто? Свинота. Ты говорил, он нуб. Они готовы, все, рез лайф, ребят, соберемся. Грег, скинь мне HP, я тебе щит. Ты мне бесплатно, не забудь. Меч арбу щит Грегору. Так где Грег? Захар, ты ёбаный. Там Захар, блядь. С этого арба шмалять? Налево идем. И вот тут нет, в плане вот сюда прямо и налево. Стоим, как они вот здесь. У входа. Все, занимайте флаги. Флаги занимайте. Захар, будь с пехами. Арбы разойдитесь для кроссфайра. С нашего респа выходит один лучник. Кава.
Ну тут как бы только одна сторона слева идут. С нашего респа идут справа. А один лучник слева. Походу они завернули, слева. Сейчас все слева пойдут. Слева пошли, да. Ну да. Дефьтесь, приготовьтесь их встречать. За Кавой главное следите, Захар, будь спехами. Пехи, давайте бой, пехи, давайте там? Бой. О-о-о. Минус лук. Кава сзади. Каву зафокусите. У них две кавы осталось. Блять. Одна кава осталась. Ты про пеху не забывай. Кавы нет, все добивайте. Миш, скиньте. Я хотел. Нет, скиньте все-таки. Доп, закуп направо проходим. Меч нужен арбу какому-то? Так, ау. Справа. Они тоже здесь. Не выходим, не ждем. Ждем, не выходим. Каву пометать, что ли, немножко. Назад отойдите. Назад отойдите к нашему респу. К нашему респу отойдите, отдаем им пока флэг. Арп один, займи балкон. Второй арп, останься вот здесь у дерева. Захар, иди сюда, к дереву сзади тебя, иди. Пехи, не выходите задом. Пехи, выходите на их пехов по чуть-чуть. Захар, будь с пехами. Арп на балконе, готовься, на тебя, скорее всего, будет ехать кава. Ну, то есть, при мне это. Захар, тебе сказано было быть с пехами. А что там делать? Ну, у них бой! Пехи раш. Аккуратнее. Блять, Грегор, что за хуйня? Пиздец, тупо слили, блять. Блять, ты давайте, Грегор, блять, меня спешил, Эльзу ёбнул, это пиздец. Я еду Грегору помогать, он мне на хуяк по коню. Ладно. Тимкила много, блядь. Поаккуратнее играйте. Закуп убираем, делаем так, как вначале. Ого. Меч арбу, грег щит. Направо проходим. Слева кава. Не снова там. Кава на наш респ съебалась, походу. Кава на нашем респе. Ее можно не пустить, Захар, останови. Ну уже все, ладно, понятно. Конечно, надо с арбалетом подрочиться. Это я. Арбы, займите нормальные позиции, арбы, займите нормальные позиции. Хватит стоять как. На наш респ проходим быстро. Занимаем. Занимаем флаг. Сейчас побежали, побежали. Кава сзади! Стреляют по тебе осторожно. Быстро на флаги, хватит стрелять, они уже проходят сами к вам. Арбы быстрее на позиции. Они слева. Все.
Денис, можешь остановиться тут. Денис, можешь остановиться тут. Снайп к пехам, и пехи готовься принимать бой. Захар с пехами будет. Принимайте бой, пехи, проходите на них быстро. Женя будет далеко, ладно. Почему мы сюда в меньшинстве оказываемся, не понимаю. Ну, прямо в бою. Захар. А, ладно. Давайте их всех просто толпой ёбнем и все. Идем направо и сразу пытаемся бой навязать, рашить. Чем последний? Проходим сразу. Они уже в кольчугах, пытайтесь их сразу как-то преимущество выбить. Я заезжаю. Дикава. Хорош. Лук. Да, Дикава. Лук сваливает. Да, Дикава. Продолжаем их давить, не стоим. Отойдите назад, отойдите к арбам, кто может. Пиздец, мы, блядь, два раза ударили, даже три раза ударили альтшпицами чувака в кольчуге, мы прибыли. Это уже типа тут. Эд, заставь руины. Мы за руинов. О, фу, за руинов. Мы за вегиров, а не за родоков. На украинском сказал, мы за руинами. Эд, заставь. А, нет, он пишет, нет, сараниды. Саранидов просто. Может, тут побольше кавы? Я, Захар, Эльза на каве. И Чел. Хотя не. Давай, Денис, на каву, чел на пех, давай. Блядь, что я творю? Нет. Я, Захар, Эльза, апостол на каве. Денис, снайп, кава, тьфу, блядь, кава, нахуй, стрелки, остальные пехи. Кава скидывает по одному и тагану, у всех они будут. Пехи каждый скиньте по предбесплатному счету лучникам. Еще раз говорю, оружие ББ не покупаем. Кава скинь. Ну все, что тут? Короче, что-то пока не очень лицеприятно. Пехом, типа, я тогда начну не это, не покупать? Да, еще раз говорю, нет, не покупать. Главное, щиты купить. Ну и копии, естественно, всем мне тоже. Ой, Денис, такой же пиджак.
вот только что хотел сказать. Я же говорю, надо сделать это клонов. Сейчас одинаковыми лицами. Денис, ты если что будешь... Я понял. Стрелком. Я знаю. Они готовы. Рестарт лайф. Нам уже. Скидываем закуп. Олег, ходишь со снайпом, Грегор с Денисом. Одна группа пусть займет центр, другая левую сторону. Осторожно, по-моему, уже стреляют. Две кавы. Одну сбили. Убиваем каву, убиваем их. Все, хорошо, хорошо. Налево. Не, ты ж. Проходите налево. Один лучник займите камни, второй идет в ебеня. Я в ебене. Сань, о, снайп, занимай кам. Можешь от него уйти, не провожай. Иди на флаги, у них одна кава осталась. Одна кава у них осталась, пех на флаги. Слева лучник. Слева лук обходит, слева лук на холме. Денис, дойди до ебеней и займи этого лука слева. Все, сейчас мы уничтожим. Пехи, главное живите, не принимайте с их пехами бой. Просто кава потом заедет, тогда примите. Пока просто стойте. Можете копию из рук убрать, у них одна кава, в принципе. Захар, уезжай. Ребят, ну они идут уже, все. Кава, помогите пехам, пехи, примите бой. Кава, помогите пехам. Займите лучника, который у руины центральной. Он, блядь, уебал уже три наших кавы. Вот этот Финдус. Так, иди. Най, почему ты скринеешь? 30 секунд прожить можешь у флагов, если проживешь. Ну, блядь, ты уже от них ушел, уже бесполезно. Теперь просто сейвси. Снайп, не сходи с своей позиции, стой себе, стреляй. Надо лука их шлепнуть первым делом, блядь. У них столько же кавы. Проходите опять на центр тогда. Ну и как-то, я не знаю. По сейфове будьте что. Я, конечно, сдох первый, но. Кава стопнулась. Нормально. Покосал, два раза попал. Че, ребят, собраны, не отдаем раунды просто так. Снайп, че ты встал? Прикройте снайп. Я в этом сеструха, походу. Снайп, привет, иди. Не идем на флаги, разойдитесь, чтобы стрелять.